Всем привет, я Саша. Бонжур. Дочка партнера. У меня здесь работает муж. Подруга Юлия Румянцева. Моя внучка. Дочка. Тут працює моя дружина Олена Вязова. Моя мама работает аудитором. Працює дівчина Ольга. Сестра в этой компании. И она работала когда-то бухгалтером, а сейчас работает аудитором. Бухгалтером. Каждый день ходит на встречи. Я знаю, что мама работает много с цифрами, а там, где цифры, там ответственность. Считает чужие деньги, помогает их тратить. Она аудиторская, но что это такое, я не знаю. Деньги считает. Шутки шутит. Занимается какой-то штукой в юридической сфере. Тут работают люди добрые. Самый топ-топ. Немного стройки, но хороший. C'est important que les gens qui soient chez Mazars se sentent bien. То я думаю, що це така сучасна європейська компанія, яка розуміє людину в її сучасному вимірі. Юлю я описала як сладке пирожне Грегуара, як горько-кисло-сладке. Первое место из всех возможных – это коллектив. И местечко прикольное, мне понравилось. Она может немножко дольше там поспать при желании, уйти пораньше, отпроситься в отпуск. С этим особо трудностей нет. Это конфиденциальный вопрос. Есть вот это вот баланс работы плюс отдых. Был конкурс блинов на масленицу. Что происходит в Мазар, остается только в Мазар. О, завели бабушку, да? Но я бы не отказалась работать. Никогда не буду работать с мужем. Очень романтично. Мне кажется, прикольно работать в такой атмосфере. Ольга Конюченко, це я, дружина партнера і керівника відділу бухгалтерського аутсорсингу. Прелість. Хлопець діджитал-маркетолога. А коли аванс? Сестра менеджерки юридичного відділу. Клас, тепер я знаю, хто вона така. Дружина керівничого партнера. Дуже приємно, спасибо. Буду роздавати. Олександра Білянчика, донька партнера і керівника АОС відділу. Вулиця Кирилівська у Києві, Україна, 15А. Дзвоніть за телефоном 38 044 390 71 07.